Просто ты и не хочешь это реально. Так. Ну, пока не худший. Худший может стать дальше. Красиво было. Красиво. Олег, шикарный розыгрыш. Отвратительный удар. Как могут сочетаться две эти вещи? Непонятно. Странный был удар у Олега с середины площадки. Я хрен, это была тайна. Нет, закрытой стороной, диагональ. Ну как мог сверху. А это? 7-8. Хорошо уводил. А? Хорошо уводил. Это лень. Thank you.
Это второй раз. А зачем бэкхендом? Высокий валан, долго летит. Зайдите справа. Здесь нет. Ну, я и говорю, что это один переиграл. Нормально. Thank you.
побей. 24. Да что? Зачем диагональ? По линии. Да. Угу. Вообще часто старают, чаще стараться линию пропихивать, чем диагональ. Диагональ полезно. Хороший был. Константин сделал. Очень медленно и лениво. Ну, лень здесь даже. Так, вот есть пара. Что работали? Прямо вот так.
Блин, ну как? Еще ножками, Олег. Ну, я говорю, что как раз все это только что и работало. Красиво было. Очень долго и поздно. 4-8. Блин, ну почему? 7-4. Зайти за валанчик, Олег. Опять сбоку. Я? Олег сбоку сыграл. Хорошо сейчас. 6-3. Thank you.
Тряпочку откладываю просто все. Да? Куда? Сюда? На это? Да, 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 я прям такую длинную тряпочку взял. Такой типа лет, где-то чуть из этой серии. Ага. На самом деле с ним была тряпочка. Он был по размеру правильно. Да? Thank you.
2 очка. Одно. Десять. Быстро.